Привет, мой дорогой зритель. Увидел эту игру в Стиме, решил купить. Ничего о ней не знаю, честно говоря. Сейчас буду прям с тобой разбираться. Первый запуск. Погнали. Так, опасность номер один. Пройдите погружение, улучшить дип. Собрать 200 золота и улучшить дип кор GK2 до уровня 12. Ну, погнали. Так, у меня ничего не доступно. Ну давай разведчика. Что? А что? Подожди, давай прочитаем. Что за разведчик? Самый проворный среди дворфов. Разведчик полагается на дальнобойное орудие и свою мобильность, чтобы быстро изучать и убегать от опасности Хок Сесса. Максимальное здоровье, уклонение, крит урон. Окей, ну погнали. Так, недоступно, ничего недоступно. У меня есть Deep Core GK2 как раз-таки. Надо 12 уровня его улучшать. Ну, погнали. Погнали. Так, как управление, что нужно делать? Так, я не вообще не понимаю. Так. Окей. Вымани элитное существо. Так, я автоматически обо всем. Я всех убиваю автоматически. И я так понимаю, что мне нужно здесь просто долбить ресурсы. Посмотрим, что. Новый уровень. Так, окей. О, медаль новый уровень. Увеличит уровень оружия на 1, скорость перезарядки и здоровье. Ну, уровень оружия увеличиваем. Так, и вот тут волны, волны. Найди маяк снабжения. Ага, на миникарте я вижу маяк. Пойду к этому маяку. Раз мне говорят его найти. Вот маяк. И мне нужно тут в этой зоне находиться, чтобы... Опа. Что это такое? Так, капсула снабжения. Дает опыт при получении урона. Куб из красного сахара. Подбор красного сахара увеличит ваше максимальное здоровье на 2. Сканер опыта дает, добавляет небольшой шанс найти опыт при копании любого камня. Давай красный сахар берем. Вот, я вижу красный сахар и хочу его вот взять. Так, при копании красного сахара. Или при... Так, окей. Скорость перезарядки. Дает ощущение, что оружие стало симпатичнее. Ну вот, скорость перезарядки. Так, а где красный сахар? Рой приближается. Так, мне кажется, что мне нужно вот здесь вот стоять просто. И чтобы стреляли они. Вот так вот. Я просто, чтобы они шли в одну сторону. Вау, что это было, я не понимаю. Погнали. Давай. Разблокируем его. Все. Просто стреляем в них. Стреляем. Просто вот так вот. Это какой-то элитник, что ли, или что это такое? Он ко мне уже подбирается очень близко. Я бы хотел его, конечно, уже убить. И красный сахар. Где мой красный сахар? Я долблю вот эту золотую штуку. Что это такое? Я не знаю. Я его подобрал. Бисмор. Что это такое? Ой-ой-ой. А где мое ХП вообще? А, вот я вижу ХП мое. Так. Отвал башки увеличивает бонус критического удара. Скорость передвижения. Давай попробуем. Я не знаю, зачем мне скорость передвижения, если у меня скорость долбежки одинаковая. У меня очень много мобов уже. Вот, красный сахар подбираем, все подбираем. Убей элитную Мактеру. Убей элитную Мактеру. Ну, сейчас будем убивать его. Но параллельно мне нужно еще, конечно, долбить, продолжать, потому что это мне дает левел. Вот, я вообще хорошо фигачу на самом деле, но она быстрая достаточно. Нельзя просто кайтить, нужно еще и долбить.
Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Там узкий проход, я как раз ее сейчас убью. Ай-яй-яй, мне хочется вот эту штуку взять. И хочется ее убить. Жесть, жесть. Давай, 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 идем, 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 идем. Убиваю, убиваю, убили, 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 убили ее, новый уровень. Ой, жесть, сейчас я-то и сдохнуть смогу так. А улучши это оружие до 12 уровня, чтобы открыть мощные оверлоки. Какое оружие? Так, ну мне вот это вот мое нужно. Так, новое оружие. Граната. И скорострельное оружие, которое стреляет в 400 стороны. Ну, я хочу гранату взять. Окей, наследие дворфов. Скорость копания мне хочется взять. Побежали, быстрее, 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 быстрее. А как я гранату кидаю? Я просто ее кидаю по КД? Да, да, я по КД ее кидаю, отлично. Так, ну и вот я собираю опыт весь вот этот, который я надолбил. Новый уровень мне дали. А скорость перезарядки, да. Гранаты мне нравятся. Вот. Доберитесь до десантной капсулы. Ай! Я не доберусь. А если я не доберусь, что будет? Все, я проиграл, я что-то пропустил. Я пропустил эту десантную капсулу. Ну ладно, погнали дальше. Продолжаем. Погнали. Классический, да. Что за десантная капсула? Это вот эта десантная капсула. Ладно, погнали. Я пропустил, что-то упустил, что мне нужно добраться, честно говоря, до этой капсулы. Так, уровень... Я возьму урон от всего оружия. На 5% улучшать буду. Красный сахар. Что он мне вообще дает, этот красный сахар? Почему я его не могу подобрать? Я не могу подобрать его, может быть, потому что у меня нет перка на этот красный сахар. Ну, типа, нужно его собрать. Не знаю, ну ладно. Долбим, 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 долбим. Давай, давай, давай. Погнали, 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 погнали. Найди маяк снабжения. Окей, я сейчас быстренько пойду к маяку. И буду долбить, походу. А, мне нужно его еще освободить, да? Новый уровень, давай. Скорострельность. Все, я все это откопал здесь. Мне нужен маяк, сейчас новый уровень возьмем как раз. Бам! Он еще ее разбивает, офигенно. Ну, красный сахар берем. И скорострельность. Красный сахар валялся внизу. Вон, я вижу его. Ой-ой-ой, какие-то мобы уже серьезные пошли. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежим, 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 бежим. Какой-нибудь супер билд хочу все-таки найтись. Ну, я сейчас точно про это прокачаю это оружие. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ай, бисмар, бисмар мы взяли, но я не знаю, что он мне дает. Быстрее, быстрее, быстрее. О, красный сахар. Долбим, 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 долбим. Красный сахар, максимальную хпшку, 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 хпшку. Где моя хпшка? И уходим отсюда. Они в узком проходе все. Я собираю... Так, все, надо уходить отсюда. Что мне дают? Новое оружие. Бумпалка, оружие ближнего боя, которое наносит большой отталкивает врагов. Мне нравится. То есть я должен вот так вот делать. Бумпалка. Бам. Ну ладно, посмотрим. Граната мне больше нравится, конечно, ее можно кидать. Так, ну и наша Мактера знакомая, вот она. Бумпалка у меня же есть. Так, надо валить отсюда. Я не выдержу этого.
Мактера опасный противник достаточно, как выясняется. Так, давай, 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 давай. Бумпалка — это дробовик просто, короче, мне он очень нравится. Бам, 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 бам. Зачищаем, зачищаем. Но также нам помимо зачищения, зачистки еще нужно, конечно же, ай, кайтить их всех. Давай, 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 бей, бей, бей его. Новый уровень, так, отлично. Максимальное здоровье, увеличивает уровень оружия на 1, скорость перезарядки. Все, убил. Отлично. Так, мне нужно добраться до эвакуации. Урон всего оружия, погнали. Бежим к капсуле. Вот капсула. Все, уходим, ребята. Но я еще могу вас по это немножечко. До этого, того самое. Новый уровень еще получаем. У меня есть время, я успею зайти. Я хочу просто собрать эту всю экспу. Новый уровень, увеличивает скорострельность. Так, ну я не сдохну, если насквозь пройду. Да, не сдохну. Все, 5 секунд, пошли. Уходим. Уходим, все, валим. Все, 3 секунды осталось, круто. Еее, yes, отлично. Так, я тут насобирал 22 этих кристалла, я не знаю, как они называются. Но мне не хватает на 23 стоит. Ладно, продолжим. А, вылечить нужно, можно было. Черт побери. Пошли быстро тогда максимально ХП увеличивать. Блин, надо было реально вылечить. Я что-то пропустил. Ну вот, у меня что-то хилки есть. А, ну вот это вот. ХП максимальное. Я сейчас смотреть должен, где у меня есть еще красные камни, вот эти вот. Сахар. И добывать его, потому что он мне даст ХПшку. А у меня ХПшки больше ничего я не видел, чтобы что-то давал тут. Где еще есть сахар? Сахар. Мне нужен сахар. Вот, я вижу сахар. Погнали. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Рой. Рой приближается. Сахар, еще один сахар. Еще сахар нашел. Так. Отлично. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, уходим отсюда, вот сюда. Еще сахар. Давай, 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 еще, 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 еще. Новый уровень, отлично. А, крит урона, максимальное здоровье, 10, погнали. У меня, я ХП хоть отхилил более-менее. Что тут есть? Вымани элитное существо, там что-то у меня... Погоди, там что-то у меня это, вон, на миникарте вижу, отображается. Это маяк снабжения, наверное, да, 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 ну пошли быстрее. Скорость добычи мне нужна еще. Так, вот это быстро все нужно проколупать. Да-да-да-да, маяк снабжения, точно. Давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Отлично-отлично-отлично, новый уровень. Подожди, а я ничего его взять не могу, мне нужно как-то близко подойти, да? Бляха, ну давай как-нибудь прокатим их. Это опыт, все надо собирать, это все... Мой опыт. Новый уровень. Давай. Скорострельность. Скорость перезарядки. Ну, давай вот так вот. Погнали. Рой приближается. Сейчас еще элитка придет. Блин, что-то мне не нравится. Уже не нравится мне тут. Быстрее, быстрее, братан. Опыт собираем, опыт собираем, опыт собираем. Кайтим, кайтим. Откайчиваем, чтобы до маяка можно было дойти спокойно. Быстрее, быстрее, быстрее к маяку. Давай, 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 давай. Маяк, 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 маяк. Отлично. Подбор красного сахара, так, это я знаю. Добавляет небольшой шанс найти опыт при копании любого камня. Дает опыт при получении урона. Ну вот это вот. Я камни много копаю. Так, и скорость перезарядки. Фигачим. Вот, 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 уже пошла жара, пошла жара, пошла жара. Давай, давай, давай. Так, вот это мне не нравится. Да, мне надо его копать, чтобы улучшать оружие потом. Бутыж, что это такое было, интересно? Давай, 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 фигач. Притарианец элитный.
Бам. У меня, по-моему, нет этого отбойника по сейчас времени, поэтому в целом я думаю, что нормально. У меня золота вон подобрал очень много. Зеленые штуки, я не знаю, что это такое. Опыт подбираем. Новый уровень. Кайф. Скорострельность, броня, от так и удача. Высокую... Шанс получить более высокую редкость. Редкость именно, видимо, этого. Прокачки оружия. Давай попробуем в лейд сыграть. Сейчас я думаю, что мне хватает дэмэджа вроде бы как. А, шанс крит урона увеличивает от урона от всего оружия. Урон уберем. 5%. Я уже, по-моему, их 3 или 4 взял, поэтому... Нормальный у меня буст. Урон, урон, урон. Ой, опыт, 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 опыт. Бежим, 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 бежим. Пришельцы становятся сильнее. Надо как-то заканчивать его. Надо как-то заканчивать игру, короче. Надо стараться его все-таки долбить. Максимальное хп. Давай, 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 быстрее, долби, 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 долби. Еще сильнее, да, затягивать точно нельзя. Новый уровень, давай еще опыт или что, новое оружие, которое стреляет через стороны, граната, наносящая урон. Да, граната. Кайф. Долби, 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 давай, давай, давай. Давай, 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 сейчас. Ну все, я сейчас его убью. Только зажиматься нельзя. Все, я его убил. 30 секунд. А я что, не взял опыт с него, да? Фак. 20 секунд, мне нужно добежать. 10, 18 секунд. Блин, а весь этот опыт, он соберется или не соберется? Ладно, я не буду рисковать, пошли. Я надеюсь, что этот опыт собрался. Я не понял. Угу. Так, у меня есть кристаллы. В магазине можно купить. Вылечить 50%. Ну, лечим. Лечим полностью. Увеличивает урон от вида. Вот это я беру. И, пожалуй... Вот это я беру. Симпатичное оружие. Так, пауза. Погнали дальше. Я вижу максимальное хп. Давай максимальную хпшку сейчас будем с тобой собирать. Почему он не собирается? Алло. Вот это почему вот она лежит и не собирается? Непонятно. Идем туда. Вот эту максимальную хпшку. И золото я вижу, да. Ну, блин, ну хорош, хорош. Давай, давай, золото. Золото долго добывается, конечно. Но в целом я могу себе позволить здесь остаться. Так, этих я сейчас буду убивать. Заморозка. А-а-а! Жесть. Надо вот этих убивать, которые взрываются. Они с другой стороны прут, но мне вот здесь вот нравится в целом. Найди маяк снабжения. Пошли к маяку снабжения. Новый уровень. Так, что нам дадут? Скорострельность, да? О, овер... Клок. А, значит, обычный и... Так, смени тип урона на холод. Скорострельность. 30 урона, скорострельность. Пробиваешь заряд. Давай попробуем. Максимальную хп хочу взять. Давай-давай-давай, быстрее разбиваем. Ага-ага-ага. Нитро-нитро. Это не красный сахар, что ли? Это что-то другое? Да, это другое, это вот это вот, что я в магазине покупаю за голду.
Погнали быстрее сюда. Рой приближается. Да, я понимаю. Ну возьми. Опа, отлично. Так, увеличит лечение, получаемое при повышении уровня. Дает опыт при получении урона. Давай вот так вот. Пошли. Долбим, 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 долбим. Все долбим. Погнали, 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 погнали. Что-то эти какие-то серьезнее стали, как будто. Ай-яй-яй-яй-яй. Собираем экспу. Скорость перезарядки, отлично. Мне как будто хп не хватает, ребята. Ребята, вы какие-то слишком жесткие. Я не знаю, типа. Так, я подобрал вот красный сахар. Здесь. Надо на мини-карту еще ориентироваться. Новый уровень, отлично. Увеличивает радиус сбора. Вот это мне надо, потому что это новый уровень. Мне так будет проще получать прокачиваться. О, жесть! Что это было? Быстрее сюда, 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 сюда. Я знаю, что нужно сделать, я знаю, что нужно сделать. Нужно убивать вот этих взрывающихся тварей. Давай, 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 давай. Давай, давай. Убивай взрывающихся. Новый уровень, сейчас еще соберем. Расстрельность, погнали. Давай, жесть. Жесть. Мне нравится, мне начинает нравиться эта игра. Просто жесть, просто жесть. Жесть! Так, увеличит количество нужного убийства. А, так, 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 вот так вот, погнали. Еще уровень. Скорость перезарядки. Еще уровень. Скорость перезарядки. Еще уровень. А, скорость компания хочу взять. Я понял, эти жуки, короче, красные, их нужно убивать, потому что. Бам! Погнали. Немножко покопаем. Потом вернемся туда. Погнали, погнали. Пришельцы становятся сильнее, да. Ох. Сейчас сделаем большой круг и вернемся на ту же точку. Давай, 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 давай. Нет, нет, я же не буду за это. Заложник своей тактики. Нет, все нормально. Ба-бах. Новый уровень. Новое оружие. Жесть. Ну, мне нравится. Я, мне кажется, хорошо. Еще сильнее становится. Нужно подобрать. Жалко, что на мини-карте не показывается скопление опыта. Ну, ладно. Разберемся с этим. Вот они, скопление опыта. Новый уровень. Ага, эпичное. Увеличивает от вида снаряд. А где у меня снаряд? Я не знаю. Давай. Ну так, надо это, надо его, наверное, все-таки убивать уже. Жесть. Вот это я фигач. Так, ну отсюда нужно их откатить. Мне нужно перейти на другую сторону. Сюда пройти. Еще сильнее. Давай, давай, давай. Это плохо, потому что если они меня здесь зажимают, то я умираю. Давай уже убивать ее, наверное, и валить. Я не думаю, что я вывезу так долго. Давай, давай, да, погнали, 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 убиваем ее. Нет, 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 убиваем, убиваем, убиваем. 30 минут, ой, 30 секунд мне нужно валить отсюда. Я не забираю опыт, я не могу забрать опыт. Нужно его убивать тоже грамотно, каким-то образом. 20 секунд осталось, я, может быть, успею? Не, я не успею. Не успеваю, ладно, пошли.
Уходим. Улетаем. Все, жесть. Надо как-то, короче, кайтить аккуратненько босса, чтобы собирать с него все, что я хочу. Да, погнали, что дальше, следующий. Жесть, сколько планет здесь будет. Давай, погнали. Пум-пум-пум-пум-пум. Все, начинаем. Копаем просто, копаем и все. Пока что просто копаем. Пока что есть возможность, нужно максимально хп собирать, наверное. Вот, это красный сахар же или нет? 192, да, 194, да-да-да, это он. А вот это что такое? Вот это что такое, интересно? Я не знаю, ни разу не добывал. Может быть... А, жемчуг и нора какой-то. Ладно, погнали искать красный сахар еще. Тун-тун-тун-тун-тун. Давай, а я просто буду стоять здесь, вот так вот. От чего я дэмэдж получаю? Не знаю. А, вот они, эта пуляция начинает. Красный сахар я нашел. Сейчас еще похилимся немножко. Давай-давай-давай, новый уровень. Ага, отлично, так, скорость перезарядки. Надо, наверное, копание улучшить. Мне нравится, как сейчас у меня проходит драка с ними. Давай-давай-давай. Потихоньку-потихоньку. Они сами, да, копают немного тоже. Жесть, подсобрал. А теперь вот так вот. Давайте, идите сюда. Все сюда идите. Господа. Давайте. Так, скорость перезарядки. Окей. А теперь я вот сюда уйду, пожалуй. Так, этот сейчас взорвется. Нормально. Это тоже взорвется. Мы сюда уходим. Так, маяк. Элитное существо скоро будет. Да-да-да, что-то там елочка. Про Christmas tree он сказал. Не, это ГГ, мне надо уходить отсюда, я не вывезу это. Это что-то перебор какой-то, ребятки. Можно попросить вас не так жестко атаковать меня. Они сами хавают, вон, они все сами хавают. Давай взрывайся, наверное. Братишка. Жесть. Бежим. Мне скорость, кстати, бега тоже было бы удобно взять. Давай. Новый уровень, это очень хорошо. Блин, вот эти штуки, я их не успеваю взять. Потому что, ну это элит, это элитка. Элитка вообще пробивается на изи у меня. Надо, наверное, экспы собрать. Я очень мало левела получил на этой карте. Немножко. Я сейчас хочу собрать, наверное, экспу, которую я здесь нафармил, наубивал. Скорость перезарядки, погнали. Да-да-да, еще экспы. Еще на это прокачиваем оружие. Вот здесь сейчас мы будем дико... А, нет! А я что, тоже взрываюсь от них? Жесть. Жесть. Вторичные задания открытые. Открыт новый артефакт. Открыто новое оружие.
Ну, в целом круто я здесь пофигачил, конечно. Улучшения вот есть какие-то. Тяжелые пули увеличивают ваш урон, увеличивают скорость передвижения, уменьшает. У меня здесь вот эти кредиты. У меня их 1900. Обмен минералов. То есть я могу вот этот убрать. Ай-яй-яй. А, подожди. А, бля. Тут минералы нужны. Вот я дурачок. Вот я дурачок. Ну ладно. Шанс крит урона. Ладно, пока что не буду тогда ничего делать. Ну что, погнали в кристаллические пещеры. Да. Классический. Новый заход. Погнали с самого начала начинаем. Ну ладно, хер с ним. Так, погнали. Добываем все, что можно пока что. Нитру добываем. Новый уровень, так. Увеличивает весь урон со временем. Кислота и шанс крит урона. Ну, крит урона хочу. Я попробую сейчас в крит урон уйти. Кстати, вот это что за гриб? Не знаю. Это хилка может быть какая-то? Сейчас посмотрю. Нет, это не хилка, это неизвестно, что это такое. Это просто опыт, что ли? Да, это просто опыт, походу. Да. Скорострельность, скорость передвижения я хотел немножко. Давай попробуем взять. Пока, да, пока скучновато будет. По сравнению с тем, куда я дошел в прошлый раз. Давай. Давай. Так, и вот он. При получении урона отталкивает и замедляет. Ага, отлично. Мне нравится. Вот так, давай, урон. Бам. Отлично. Новый уровень. Сопротивление. Броню. Крит броня, короче. Пошли. Поперли в крит броню. Кстати, новое оружие нам открыли. Сейчас попробуем. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А где мои... где я могу посмотреть КД? А, вон, собери Булу Кап. Это какие-то эти грибочки. У меня квест на них есть. Погнали. Так, элитка пришла. Ну, я, конечно, после той заварухи чувствую здесь себя безопасно. Отлично. О, новое оружие. Стреляет крупнокалиберными пробивающими пулями. Ну, посмотрим. Почему бы нет? Почему бы не поэкспериментировать? Еще два нужно грибочка нам. Грибочки, грибочки, грибочки. Я не вижу грибков. Вот еще один нашел гриб. Короче, это два разных. Вот это вот красный сахар, а вот это вот руда, которая мне нужна в менюшке и при покупке. А что ты такой быстрый, бро? Красный сахар как раз таки меня хилит и максимальное хп еще дает. Мне здесь он не нужен. Урон, получаем опыт, да? Опыт, конечно. Вот я вижу этих типов. Вот, все, грибы я собрал. Вай. Это же мне экспы дал. И золото мне дало кучу, понял. Так, элитный слэшер, погнали, давай. И вот и сейчас я точно получу опыт за него, да. Погнали. Увеличивает урон оружия, скорость перезарядки. Это все круто, но скорость перезарядки, конечно, важная тема. Крит урон. Идем в крит. Урон.
Собираем. Сейчас левелапнемся еще раз перед этим. Вот левелап и погнали. Урон, скорость перезарядки. Скорость перезарядки. Я не хочу брать бонус к урону, потому что я беру крит. Хочу, чтобы у меня оружие критовало по максимуму. Так, это за золото, урон. Снаряд. Вылечиваться мне не нужно. Вот можно обновить все. Давай обновим. Радиус сбора 45, это очень круто. Давай еще раз обновим. Вон 25, редкая, стала симпатичная, ну, прокачиваем, короче. Погнали дальше, прокачал просто. Левел, короче, нужно побольше собирать это. Че, опять квест? Да, опять квест на грибки. Побольше золота собираем. Чтобы прокачивать оружие. В менюшке. Я прям сконцентрируюсь сейчас на этом, я не буду просто так долбить. Я буду чисто минералы собирать. Вот еще минералы есть, погнали. Все это я буду собирать по всей карте. Иначе здесь не выжить. Шельцы слишком жесткие. Красный сахар, это вот я вижу, он хилит. Так что его я не беру. Вот это вот ртуть. Мне нужна или что это? Это не ртуть, это жемчуг. Жемчуг мне нужен. Погнали, вон два гриба. Так, золото собираем. Я успею. Я должен успеть. Нет, это слишком жестко. Окей. Собираем припасы. Блин, он очень быстро достаточно. Новый левел, это хорошо. Шанс крит урона. Красные камни, собираем нитро. И похилиться можно уже, да? Да. Немножко похилимся. Зеленые камни тоже можно собрать в целом. Я успеваю вроде как. Отлично. Здесь очень много ресурсов нужно. Мне бы взять его. Ай, так, урон, скорострельность. Скорострельность и скорость перезарядки мне нужна. Уходим, это долго добывается. Уходим сюда. Они сами добудут мне, я потом соберу. И сейчас левел получаем. Ага. Шанс крит урона. Ага. Артефакт. Добавляет небольшой шанс найти опыт при компании. Увеличивает лечение, получаемое при повышении уровня. Давай, я не заметил, что есть лечение при повышении уровня. Ну ладно. А скорость копания. Да, скорость копания мне нужна. И мне нужны еще грибы. Так, это все мне нужно. Легендарная скорострельность. Отлично. Погнали, погнали, погнали. Собираем вот это вот все. Я маяк собрал или нет? Еще один гриб мне нужен. Маяк я собрал. Все, здесь нет, по-моему, ничего. Сейчас вот этот опыт я собираю. И все. Ага, новое оружие. Оружие ближнего боя, которое наносит большой урон и отталкивает врагов. Скорострельное оружие, которое стреляет в четыре стороны. Жуков. Жуков. Так, это элитка, кстати говоря, уже. Я в целом могу себе позволить вот так их обкатить, все собрать. Ага, броня, урон, скорострельность мне нужна. Я хочу собрать скорострельность. У меня есть план, я его придерживаюсь.
Грибы мне нужны. Так, я вот отсюда проходил, надо все это собрать. Все, что я здесь навыбивался. Вон еще кристаллы. Погнали, кристаллы соберем. И обязательно еще гриб один мне нужен. Ну, это уж, конечно, больно. Не-не, я не хочу тебя убивать, бро, я не хочу тебя убивать. Я не хочу тебя убивать, потому что... Мне еще гриб нужно один найти. Вот сейчас гриб найду, и все, и можно с тобой разобраться. Все, давай. Все, отлично. Теперь уходим. Ага, редкая. Это сильно стало симпатично. Скорость перезарядки, скорость... Ну, урон. Блин, плохо. Ну, ничего, все нормально. Уходим отхиливаться. Я очень много есть. То есть я в этой катке вообще круто сделал все, мне кажется. Я много ресурсов добыл. Ну, разобрался с механикой, плюс-минус. И сейчас мы будем все здесь усиливать. Так, шанс крит урона. Ну, естественно. Я думаю, можно обновить все. Я это заслужил. Скорость копания. Обновляем. Скорострельность. Ух ты, какой. Крит урон. Я вылечить же не смогу из-за этого. Ну ладно. За красный нужно вот это сделать. Вот это сделать. Так, оверклок. Сменить урон на холод и плюс урон, минус скорострельность. Это мне не надо. Значит, на холод. Продолжаем. Погнали. Это, по-моему, третья высадка наша. Третья моя высадка и мало хп. Я тупанул. Ну ничего, я сейчас заработаю здесь камни этого и еще больше прокачаюсь в следующий раз. Погнали дальше. Я уже хорошо так долблю, быстро, поэтому быстрые ресурсики надо собрать, пока нет никого. Пока нет столько мобов, столько противников, еще нужно пробежаться. Вот я вижу хилку, еще одну хилку вижу. Давай. Отлично. К этой хилке идем. Сахар хаваем. Ворфы любят сахар. Я не знал. Этого. Что-то мало ресурсов очень, на самом деле. Где все ресурсы? Ребят. Ага, вижу. Броню. Это броня тоже хорошая штука. Давай, собирай. Давай. Опа, взорвали. Вот эту зеленую штуку собираем. Собираем. Отлично. Вот эту зеленую штуку собираем. Маньяк снабжения как раз таки сейчас найдем. Ой. Найдем. Маяк снабжения сейчас как раз. О, быстро сейчас, нет никого. Тут соберем еще и штуку зеленую. Давай. Отлично, сразу беру. Артефакт. Да, давай, погнали. Я думаю, мне пригодится сейчас этот красный сахар в этот раз. Давай, быстрее. Чё так долго? Алло! Блин, я не знал, что он такой это, так долго обрабатывается. А, это вообще квест есть. Нет! Квест на макрит вот этот. Нужно его собирать. Так, ладно, я так понимаю, они сейчас все это меня соберут сами. Да, они же тоже немножечко собирают. А я пока здесь подобываю. На прокачку. Так, надо вот отсюда выйти и вот этих всех разбить. Давай. Критуй. Что-то мне не нравится то, что происходит. Слишком как-то у меня мало хп. Я, наверное, наверх побежал. Искать хилки. Где еще сахар есть? Можно немножко сахарка хочется. Сладкое помогает думать, как говорят.
Убей элитного. Ну да, я понимаю, что мне надо убить элитника. Но где мой сахар? Ой, скорость перезарядки, погнали. Чего я... Well done, отлично, хорошо, ладно. При повышении уровня увеличивается хил, мне сказали. У меня сейчас 40 хп. А, 53, да, действительно, немножечко есть. Я записываю. Хорошо. Купи мне что-нибудь вкусненького. Есть уже хочется. Ну да. Ролл. Погнали. Так, шанс крит урона, ну. Буду, я буду следовать. У меня есть тактика, я ее придерживаюсь. А, я квест сделал, и мне дали столько опыта там. Давай. Давай, давайте. Ха, это... Они замедляются, надо кайтить их прям, у меня хорошо. Я начинаю понимать. Сейчас я их буду взрывать. Бам, новый уровень. Так, скорострельность мне нужна. Да. Скорострельность и крит. Урон мне не нужен. Мне либо крит урон нужен. Жесть. Слушай, надо это все собрать. Не умирай. Я хочу собрать это все. Блять. Жадность, фраера сгубила. Ну господи. Все так хорошо начиналось. Новый артефакт. Сканер золота. Ладно, погнали. Погнали, новая катка. Вперед к приключениям. Погнали. Собираем ресурсы, улучшаем. Апгрейдимся. Новый уровень. Скорость передвижения, урон, скорость перезарядки. Скорость перезарядки я беру сейчас. Хочу до конца попробовать свою стратегию с критом. Новый уровень. Скорость перезарядки пока что. Я беру скорость перезарядки. Новый уровень. Скорострельность. Шли на маяк. Сканер золота взял. Пошли, вон там я хильнусь и золото добуду. Я знаю, как я сейчас буду делать. Они же, ну, идут на пролом. Они же не обходят по моим. Вот, и они мне помогут сейчас собрать это золото. Сейчас я им в туза выйду. О, не-не-не, вот это хочу накопать. Давай-давай. Оп, отлично. Новый левел. Так, новое оружие. Ну, граната? Определенно. Где еще есть ресурс? Ресурсы. Вон, вижу золото, по-моему. У меня уже на первом прохождении, на первом, как сказать, на первой планете, на первой вылазке, у меня вон уже 51, одно золото. Скорострельность. Даже он 75, это очень круто. У меня еще красных камней нужно побольше. Элитный слэшер, окей, не проблема. Где ты? Иди сюда. Давайте вот этот камень мне разбить. Ага. Так. Надо отсюда выбираться. Надо музыку погромче делать. Музыка прикольная здесь, кстати.
Вот этот зелененькие штучки мне нужны. Вот эти какие-то тоже зелененькие штучки с вкраплениями мне тоже нужны. Получу дэмэдж. Ну, ладно. Погнали. Я соберу сейчас наверху то, что я добыл. Урон, скорость перезарядки, скорострельность. Конечно же, скорострельность. Вот здесь куча всего. Вон куча опыта. Ой, жесть, это что такое? Это мне надо, это макрит, это макрит. Это макрит! Это макрит! Скорость перезарядки эпическая! Всего оружия. Оружие. Естественно. Ну все, давай добиваем его. Собираем все и валим нахуй. Легендарный, элементальный урон. Скорострельность? А, так, урон, скорость перезарядки, да? Погнали. 20 секунд осталось. Не собрал, конечно, я много, но что поделать. Не буду жадничать, как в прошлый раз. Да, вот это соберу еще немножко. Ладно, погнали. Все, все, я зашел. Поехали, поехали. Так, ну у меня есть тут... есть тут у меня... что на выбор? Обновляем. Обновляем. Вот, эпическая. 12 шанс крит урона. Еще офигенно. А, удача 40. Ну, я думаю, что... я круто прокачался. Погнали. Мы, я вообще убийца в этом. Я тут вообще сейчас всех макрит нужно собрать. Нет, я... мне очень нравится игра. Скорость перезарядки. Погнали. Погнали, погнали. Додж, я еще и уворачиваюсь. Каким-то образом. Это макрит, по-моему. Да. Он долго добывается. У меня скорость копания бы. Дальше золото. Макрит еще нашел. Блин, что-то их многовато тут. Все, макрит добыл. Вот здесь золото вижу. Маяк снабжения, да. Но сначала золото. Блин, я что-то не успеваю. Я не успеваю. Вот эти не обязательно штуки, по-моему, ломать. А, нет, обязательно. Так, красные кристаллы. Что-то здесь как-то пожестче стало, чем в прошлой катке. Интересно, они скейлятся или нет от, ну, от того, как я, насколько я усиляюсь, они тоже сильно, ну, хорошо усиляются или нет. Артефакт, опыт. Наверное, вот этот щит возьмем. Сейчас заюзаю его. Радиус сбора, да, радиус сбора — это очень важная штука. Как по мне. Ладно, погнали. Так, скорость перезарядки, скорость перезарядки. Да. Погнали. Наверное... сейчас элитка уже идет. А, нет, это не элитка, элитка скоро будет. Вот еще золото я вижу.
Мне бы еще сахар похавать. Харку не найдется, ребят. Вот это вот зеленая жижа. Не совсем жижа, которая. Ребят, есть сахар? У вас что по сахару? Мне скоро придется уже это. Тяжело достаточно. И мне нужно будет хилиться. Я зажал себя. А это еще летающая тварь, ладно. Мне хилиться надо. Но я не вижу сахар. Вообще. Скорость передвижения беру. Что-то как-то мне не нравится, как я бегаю. Скорость копания мне еще нужна. Вот сахар, наконец-то. Еще сахар. Блин, ну вот это то, что он летает через все... Он очень быстро летает и вообще ничего не замедляет. Это мне не очень нравится. Я отхилился в целом. Надо, наверное, кайтить каким-то образом и взрывать их. Такое ощущение, что мне не хватает урона. Наверное, надо еще это. Наверное, надо уже убивать его. Главного монстра. Совсем все плохо, честно говоря. Они сильнее становятся, я не могу их пробить уже. Что-то мне подсказывает, что я не смогу справиться с этим кустом. Да. Затянул. Не справился. Кстати, авторегент. Такое ощущение, что хочется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, ну да. Тут либо урон, либо скорость перезарядки. Я хочу скорость перезарядки. Тут либо радиус сбора, либо XP. Радиус сбора. Тут либо удача, либо защита. Удача. Ну, в целом я все прокачал. А, я могу купить два. Я хочу купить один. Ай. Вот. И 500 я хочу продать. Вот, я хочу скорость шахтерства увеличить. Так. Все. Вот и закончилась эта серия. Но если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся. Это меня очень мотивирует искать новые игры, выпускать, снимать и монтировать ролики. Очень благодарен тебе за то, что ты досмотрел до конца. Увидимся в новых роликах. Хочу сказать, что игра мне очень понравилась, и я буду снимать ее, снимать и снимать пока что. Если у тебя есть еще какие-то предложения, пиши обязательно в комментариях. Удачи тебе, всего хорошего, хорошего дня.